Всем привет! Я нахожусь на Медео, недалеко от остановки Просвещенец. Сегодня иду на свой, получается, 6-й пик, пик Кумбель. Пойду через пик Три Брата, то есть сегодня должно быть два пика, два восхождения. Но они, я так понял, идут друг за другом, поэтому, надеюсь, будет не так тяжело, как в прошлые выходные, где я пошел на пик Чембулачка через пик Башута, пик Панорама. Хотел заснять, как я поднялся выше облаков, но буквально пока доставал GoPro, облака уже опять догнали меня вверх. Но вот с той стороны еще видно, что я поднялся выше, а здесь уже все завалило. Я прошел около 3 километра до Кокжалау. Показывает, что осталось ровно 2 километра. Вот такие вот здесь указатели. Я присел на скамеечках. Под сосенками чайку попить. В общем, сейчас время 10. Я думаю, что мне надо дойти до Кумбеля до часу. Если я не дойду, то я буду разворачиваться, чтобы вернуться в Медео к 3-4. В общем, я дошел до Кокжайлау. Сейчас свернул на тропу в сторону Кумбеля. Но здесь уже пошла тропинка, не такая утоптанная, как была до этого. Сейчас, наверное, придется одевать гамаши. И, возможно, дальше уже кошки. Здесь очень красиво. На поляне куча беседок, куча лавочек. Ну и, в принципе, до сюда дойти, получается, занимает
пару часов, если без остановок. Стоит сюда прийти просто так, даже прогуляться на эту поляну. Очень красивые здесь виды. В общем, я немножко свернул с тропы, зашел в беседку, одел фонарики вот такие вот, гамаши, так как тропа заканчивается, то есть намело снега очень много, иду, черпаю снег. Не знаю, если дорога не улучшится, но, возможно, я даже не дойду сегодня до Кумбеля. Как я уже сказал, я иду до часу, и час моя точка возврата назад. Посмотрим, докуда получится дойти. Но, судя по количеству снега, я не уверен, что я успею. Продолжаю идти, проваливаясь по пояс в снег. Дорога тяжелая. Не знаю, как пойдет дальше. Если все будет так же, то придется сворачивать, скорее всего. Дошел вот до такого вот, похоже, заброшенного подъемника. Видимо, раньше здесь была канатная дорога наверх. Надо будет почитать. Даже интересно стало, почему ее закрыли. Когда? Сугробы большие. Снега очень быстро наметает. Следы чужие. То есть кто-то недавно прошел, а как будто бы шли давно. Очень быстро заметает следы. Одел на палки эти кольца лыжные. Не лыжные, а противоснежные. Стало идти намного легче с ними. Палки перестали проваливаться. Не знаю, почему я раньше этого не сделал. Вот я стою. Вот у меня колено в снегу. Похоже, дорога вот идет. А найду. Докуда дойду, до туда дойду. Язык заплетается. В общем, время 12. Стропа вся заснежена. Идти очень тяжело. Приходится утаптывать снег самому. Я оцениваю, что я не дойду до Кумбеля за час, потому что к нему возврата около часу. Время 12. Я иду очень медленно, наверное, может, километр в час. До Кумбеля мне еще 3 километра, даже 3,5, наверное. То есть 3 часа мне еще вот по такому снегу идти. То есть поэтому, наверное, я буду возвращаться назад. Сюда вернусь, когда, может, снег немного примерзнет и тропки будут протоптаны. В общем, я иду назад, так как обещал Насте вернуться к 3 Кумбелю. Там вообще погулять, может, поднимемся наверх. Еще плюс, вот я иду, даже здесь уже, вроде не на подъеме, все равно проваливаешься в снег. Плюс еще правая нога гамаша порвана. В прошлом походе я ее порвал, и она пропускает туда снег. В общем, у меня снег забился в правый ботинок. Начала мерзнуть нога. Сейчас дойду до беседки, переодену носки, вытряхну снег, посмотрю, что можно сделать с этой гамашей. В общем, скупой платит дважды. Купил китайские гамаши на чухайке. После одного похода у меня оторвалась.
только сейчас буду идти. Сейчас жалею, что сэкономил 500 рублей. Придется, наверное, покупать другие новые гамаши более хорошего качества. Но сейчас зайду до беседки. Около этой беседки, наверное, подключаем беседки. Дойдем, наверное, до водопада. Называется батарейка. И в нем уже после точнее последнего. Пойду погуляю здесь на поляне, может, в Кокжайлау, и начну спускаться вниз в Медео. Я думаю, к трём, полчетвёртого вернусь вниз. Вся дорога до Кокжайлау вообще отличная. Снега там не намело, тропинки утоптаны. Идти очень легко. Поэтому, думаю, я сюда еще вернусь, даже зимой, чтобы немножко до этого ночи не хотел идти, а сейчас не знаю. Смогу идти. Часов 5 утра. Часа 12 к часу идти. Где ж тебя сувает? В общем, я вернулся в эту беседку, здесь не так дует. Сейчас попью чай, перекушу и пойду вниз. А, ну еще загляну на водопад, на эту батарейку, если не замерз. Даже если замерз, может, это прикольней. Начинается какой-то насморк. Поменял носки на правой ноге, носок на правой ноге, одел мембранный носок непромокаемый, потому что ботинок уже промок. Набрал снега в себя, снег растаял, и нога мокрая, в общем, правая. Ну, мембранные водонепроницаемые носки. На всякий случай их взял, вот пригодились. Сейчас одел, нога сухая будет. Ладно. Видимо, придется мне взойти на этот пик в другой раз. Ну ничего. Сегодня я видел такие крутые облака, когда шел на Кокжайлау. Я не зря пошел в любом случае. Было круто. Вот это моя текущая видимость. Вот так вот я иду сейчас вниз. Ничего не видно. Кстати, в очках как будто бы легче, чем без. Хотел снять, но без очков вообще слепит снег. Осталось 3 километра до Акбулака, до остановки, откуда я пришел. Пока иду, встретил много людей с санками, такие санки с рулем. Честно говоря, как они называются. Но ребята поднимаются на Кокжайлау и спускаются на них вниз в ущелье Алма-Арсан. Даже интересно, я спросил, тормоза есть? Говорят, тормоза есть. И прям так много людей идет, как будто бы прям здесь это популярный вид отдыха. Знаю, надо будет посмотреть в интернете. Может быть, тоже попробуем с Настей скатиться. Что мне нравится в горных походах, так это то, что каждый считает своим долгом поздороваться с тобой, спросить, как дела.
И это не важно, где ты находишься. Что в Казахстане, что на Кавказе, что на Алтае, что в Крыму. Это везде так. И это круто. Я считаю, что нужно заставить трудиться. Поэтому тоже стараюсь со всеми. Спустился вниз. Где какой-то просящий, замерзающий дождь. Вот такая вот получилась у меня поездка. Сегодня поход на пик Кумбель. К сожалению, не удался. Зато я дошел до Кокжайла, узнал дорогу. Но я не пожалел, что сходил. В следующий раз повторю маршрут. Возможно, с Настей схожу на Кокжайлау, потому что виды здесь очень крутые. Все, обледенело, пока шел. Здесь рюкзак. Сейчас как-то надо это отбивать, тут все промокнет. Не взял. Рынковый рюкзак. Ну, это мое приключение сегодня заканчивается. Я имею в виду приключение на Кумбель, на Кокжайлау. Будем надеяться, что все-таки мне получится собраться на этот пик в следующий раз. А здесь вот такая остановка. Расцепленная, все круто, тепло. Буду ждать нас здесь.